Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эй, не простудилась ли ты, девица? Береги себя. Ты тоже смотри, не заболей. Надо скорее подшить твой Абибас. Все путем. Мои труселя от фирмы Абибас. Так просто они не порвутся. Ну так нехер было пытаться им разжечь камин. Ой, что такое? В животике урчит. А ведь точно, я ведь даже не завтракала. Ну конечно. Ты же вчера все деньги на бухло просадила. Вот нам и нечего есть. Это же мое любимое шато Марсо, которое я прятала под подушкой. Интересно, комиссионка уже открыта? Шавермик, иди на ручки. Верни, верни мой любимый портвейн. Я ж без него жить не могу. Да я его лучше в ломбард загоню, а если не возьму, то сам его выбухаю. Давай-ка лучше и твой шарфик загоним. Ты что такое говоришь? Он ведь часть моего образа, как богини. Нельзя его продавать. Ты дурак, ты поэтому глупости говоришь? Кража! Музычек! Прости, дуру, меня занесло немного. Только не продавай его. А ну молчать! Даркнесс еще не вернулась. Вот о чем тебе надо беспокоиться. Беда, Казума. Мы в беде. Ты кто? Начал раздевать меня и говорит, что продаст в оплату нашего долга. Что? Слышь, не так все было. Даркнесс, с возвращением. О, Магумин, я вернулась. А что за кошка? Я не буду расспрашивать, что с тобой случилось, но сейчас тебе стоит пойти в ванну и смыть себя позор душой и телом. Не понимаю, о чем ты. Хотя мне больше интересно, что имела в виду Аква. Это очень дорогая ткань. Через что же ты прошла? Вы чего себе там напридумывали? Думаете, что лорд со мной всякие непристойности вытворял? Мы просто рады, что ты вернулась. Ладно, набери себе горячую ванну, и там можешь поплакать после всего. Я же сказала! Ничего подобного меня делать не заставляли! Спасибо, Аква. Да выйдет и в итоге я не смогла замуж? Сама. То есть рыцарь, который не может попасть в упор по стоящей мишени, покидает нашу пати? Ну, не то чтобы я намеренно хотел ее кикнуть, но... Так что цените мою божественность, ведь я не такое могу. Казума? Шикарно, Машу Вать! Так и сделаем. Если все получится, тогда и отец прекратит сват от меня каждому, кто ему хоть немного понравился. Походу, ее батя уже совсем отчаялся. Аква у нас совсем хлебушек, но Мегумин крайне сообразительна в таких вещах. Поэтому лучше убрать ее с дороги. Можешь звать меня, госпожа Лов? Госпожа, прошу, смотрите под ноги. Я даже готова к тому, что меня изгонят из семьи. Даже если это случится, я продолжу брать опасные квесты, пока не окажусь в руках у самого Владыки Тьмы. А там он будет вытворять со мной такое, что даже Владыка на бунтовании не найдешь. Владыка Тьмы, по-твоему, какой-то лысый из Бразер? Я хочу жить. Мне больше нравится озабоченный взгляд Казумы. Как будто он облизывает всю меня в своих мыслях. Не было такого никогда. Абсолютно слабовольным. И даже несмотря на то, что у него буду я, постоянно гоняться за каждой встречной юбкой. Круглый год, 24 часа в сутки думать лишь о всяких извращениях. Быть полным ничтожеством по жизни и вечно выбирать самый простой путь. Еще лучше, если по уши в долгах. Он будет пить дни напролет и не работать. А его оправданием будет то, что общество не приняло его. А еще он просит меня пустую бутылку и скажет... Эй, Даркнесс, может пойдешь и используешь свои сочные формы, чтобы заработать нам денег? Эта баба просто конченая извращенка! Ведь все равно, такому деревенщине... Мать вашу! Что с вами? Ничего, просто при виде вашего лица меня тянет, блин! Просто моя госпожа с большим нетерпением ждала встречи с вами, сир Вальтер. Слышь, госпожа, рот на ноль или я не ограничусь одной заморозкой? Буду рада! Дочь этой семьи безнадежная мазохистка. Охереть, вот это крутота! Надо будет попросить научить меня этому. Насколько же безгранично извращенство этой госпожи? Тебя Вальтер звать, кажись? А ну пошли со мной в тренировочный зал. Там и посмотрим, на что ты способен. Эй, погодь, Даркнесс! Видал? Если ты дворянин, то учись у Казума, озабоченному всепоглощающему взгляду. Всегда за гендерное равенство и запросто хвалится тем, что может бросить девушку подземелье. Не сдерживайся и продолжай атаковать! Покажи мне силу своей решимости! Навыки владения мечом Даркнесс как были на дне, так там и остались. Поэтому у Вальтера тут превосходство, вот только... Ну, помолвке теперь все равно конец. И наверняка ты еще плохие слухи о госпоже будешь распространять.
Да, отлично! Время пришло, Казума! Я давно ждала случая сразиться против тебя! Давай, покажи мне все, на что ты... Призыв воды! Что не так? В битве на мечах магию не используют. Правда, что ли? Ну и дела. Меньшего отказа мы мастера сексуальных домогательств ожидать и не стоило. Настоящий хардкор. Я даже и не пытался! Да чтоб вас всех! Так хочется, чтобы я показал все, на что способен, да без проблем! Заморозка! Жесть какая! Не зря же ему дали клички вроде ничтозному или хитрозному. Вот то, что я люблю! Эй, слышь, ты чё это? Харе! Так его, Даркнесс! Слабачку Казуми ни за что не одолеть тебя в рукопашной! Когда-нибудь я эту бесполезную гиню точно продам арабам! Надеешься меня в рукопашной победить, наивный глупец? Разница в силе рыцаря по отношению к простому искателю приключений, ты просто не... Бу-га-га-га-га! А кто говорил, что я буду сражаться честно? Ты меня уже давно знаешь, так что могла бы Иссушающее касание, значит? Но перед тем, как у меня кончатся силы, я сломаю тебе руки. Ну, попробуй у тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хреново, сила вытягивается по полной, а ее захват не слабеет. Слышь, а как насчет небольшого спора? Проигравший сделает все, что ему прикажет победитель. Хорошо. Победив, я заставлю тебя кланяться мне в ноги. Купилась! Ну хорошо, ты сама согласилась. Когда я выиграю, ни слезы, ни молитвы тебе уже не помогут. Что? Что ты задумал? То, от чего ты в слезах и стыде. Бу-га-га-га-га. Я уже сейчас представляю, как ты просишь меня пощадить тебя. С зареванным лицом говоришь, простите меня, господин, или я больше этого не вынесу. Даже не надейся, распутная женщина, отвечу я. Потому что я сделаю с тобой такое, чего ты даже представить не можешь. Что? Не надо. Я пытаюсь сопротивляться, но иссушающее касание лишает меня сил. Да она по любасику нарочно ослабляет хватку. Таким темпом я сейчас проиграю. Я буду высасывать твою силу, пока ты не отключишься. А когда откроешь глаза, я устрою тебе настоящую жесть. Жди с нетерпением. Какие бы постыдные вещи ты ни делал, мою душу ты не... Настоящую жесть? Настоящую жесть? Настоящую жесть? Настоящую жесть? Ладно. Набери себе горячую ванну и... Поплачь от души! Казума! Что ты собираешься делать с водой после моей ванны? Настоящая жесть! Я победил! Так вот почему тебя зовут Бесчестнумой! Неправда! Я подумал, вы захотите чего-нибудь, вы... Это они сделали. Понял, казнить обоих. Нет, это недопонимание! Уверен, ты сможешь сделать ее по-настоящему счастливой. Слышь ты, а ну пошли выйдем, я тебе сейчас хлебало быстро поломаю! Казма, прекрати! Что, если меня вместе с тобой казнят? Хи-хи. Хи-хи. Отец. Сир Вальтер, прошу, забудьте об этих смотринах и помолвке. Я держала это в секрете, но... Под сердцем я ношу ребеночка Казумы. Слышь, как можно такими шутками девственника троллить? Слышь, может, заберешь все-таки Даркнесс с собой? Хи-хи. Внучок. Внучок. Наконец-то у меня будет внучок. Я и не знала, что они давно в таких отношениях. Надо рассказать кому-нибудь. Нет, лучше всем в городе. Казумузар и Даркнесс. А ты с какого хера ей поверила?